Вот я открываю кран, в кране нет воды, 2 дня уже. Мы не можем ни вымыть посуду, ни приготовить нормальную еду, ни помыться. Вот уже 2 дня Светлана и ее семья вынуждены носить воду в дом ведрами. С временными неудобствами, говорят, могли бы смириться, если бы знали, что на водоводе авария или ремонт. Но им воду отключили из-за долгов односельчан. По словам представителей водоканала, в Барановке 80% жителей – злостные неплательщики. Ну как это получается? На каком юридическом языке они разговаривают? Непонятно. Почему их не... органы не работают, у них есть контрольные органы, контролеры, которые должны ходить, разбираться с каждым человеком индивидуально. У каждого во дворе есть водомер, свой личный, по которому каждый платит. Если у него есть долги, задолженность, пускай они через судебных, или не знаю как, есть же у нас же 21 век, закон же есть. Однозначно надо резать, надо выключать все, это так не получается, пусть они делают. Пусть некоторые, человек 10, 15, 20, просто отрежут, опломбируют. Посмотрите, как они будут этот платить. Будут платить. Это однозначно. Не должен народ страдать за это. Более того, об отключении воды селян не предупреждали. На второй день в Барановку прислали водовоз. Но не каждому жителю села под силу натаскать в дом ведрами нужное количество воды. Звоним в колл-центр, говорят, мы... не имеем информации, у нас случились какие-то проблемы, все, мы не владеем информацией, звоните туда, звоните в обонцентр, обонцентр дозвониться невозможно никуда, ничего мы не можем добиться совершенно. Кроме того, селяне уверены, такого количества должников среди их соседей быть не может, а даже если они и есть, отключать из-за них все село нельзя, ведь в результате без воды осталось порядка 3000 человек. Мы считаем, что если есть неплательщики, нужно к ним индивидуально подходить. В судебном порядке урегулировать эти споры, отключать им воду, потом заставлять платить за обратное подключение. Мы к этой работе совместно с водоканалом готовы. Мы водоканалу это обозначили, что, пожалуйста, давайте совместно с общественностью проведем рейды, вывесим там на доску позора действительно тех людей, которые долго не платят. Обеспечим здесь прием жителей непосредственно в администрацию округа, чтобы далеко не ездить. Чтобы эти споры все можно было быстро и достаточно удобно для обоих сторон ликвидировать. Администрация сельского округа уже направила в водоканал требование восстановить подачу воды, а жители написали в прокуратуру. На запрос нашей телекомпании в водоканале ответили, что добросовестных абонентов от водоснабжения никто не отключал. К сожалению, в селе Барановка имеется хаотичная схема подключения к централизованным сетям водоснабжения. Многие жители пользуются водой, не выполнив должным образом технические условия на подключение к водопроводным сетям. Из-за этого возможно попадание в зону отключения и тех абонентов, которые оплачивают услуги водоканала и не имеют задолженности. К слову, в четверг вечером воду в Барановке все-таки дали. Правда, как говорят жители, утром в некоторых домах она опять исчезла. Так или иначе, чтобы разобраться в этом вопросе, необходим прямой диалог между водоканалом и его абонентами. Первый должен разобраться со своими должниками, а вторые – со схемой подключения своих домов. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.